Ассаламу алейкум. Сегодня будет бой конкретный. Вот с кем? С этим типом. Фрэнк Эрлис. Борец еще никому не проиграл. Наверное, я ему проиграл когда-то. Что ж, хочется опять обратно увидеть этот шикарнейший бой. Да. Так будет стоять. Ну, я ему уже 1,5 хп снес, но это моя ошибка. А это мой победа будет ключевой. Второй победа подряд, что 50 боев, 60, 58 боев из них. Ладно, с этим человеком у меня будет свой реванш. Третий. Не знаю. На кон поставлю свою карьеру. Сколько мне уже? Мне уже 300, я не молодой. И хочу увидеть последний бой. В своем предпоследний, наверное. Так что, всем желаю удачи. До свидания.